ФСБ задержала в Керчи последователей идеологии 18-летнего Владислава Рослякова, который причастен к убийству двух десятков человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Силовики пресекли подготовку террористических актов в двух образовательных учреждениях. Задержаны два подростка 2003 и 2004 годов рождения. С одним из них уже проводили профилактические беседы в ноябре 2018-го, так как он размещал в соцсетях одобрительные комментарии под статьями о преступлении Рослякова. Но это не помогло. Юноша вступил в интернет-сообщество неонацистов, в которое также входил керченский стрелок. Юные злоумышленники разработали планы вооруженных нападений. Для этого они искали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывчатых устройств и схемы зданий. Кроме подготовки терактов, подростки вели в соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти, в которых склоняли пользователей к совершению аналогичных преступлений. Дома у задержанных сотрудники ФСБ изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и купленные в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Пробные устройства они испытывали на домашних животных. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Одновременно с действиями в Керчи оперативники пообщались в Курганской области с человеком, осведомленным о подготовке терактов. Злоумышленники связывались с ним по интернету. Получены свидетельские показания.